Доброе утро, Челябинск! Сегодня мы обсудим с горожанами, что делать, если вдруг на вас напала зимняя хандра. Какие есть способы борьбы с этим явлением, узнаем прямо сейчас. Как бороться с осенней хандрой? Зимней хандрой, приходящей в зиму? Ой, пить, наверное, какие-то всякие препараты и порошочки. Пойти погулять. Погулять? С детьми, конечно. С семьей, семейная прогулка. Хандру? Да. Если напала, да. Купить мороженое. Улыбаться все время. Представляете, если мы будем ходить в Челябинске с утра все, до вечера, улыбался. Прекрасно. Я улыбаюсь, и люди думают, боже мой, а вы когда видите человека, который улыбается, вы улыбаетесь? А вот это уже другое дело. Сходить в магазин за покупками. О, аллилуйя, да. Не знаю, радоваться жизни. А как? Что будем делать? Вот выпал снег, началась осенняя хандра. Играть в снежки. Играть в снежки. Да. Кататься. На санках? На санках. По асфальту, посыпанному. С этой химией. Так же интереснее. Это вообще драйв. Искры будут просто лететь из-под пяток. Не нервничать. Больше спать. И кушать вовремя. С утра, да, перед работой на тренировку обязательно. Тренируетесь? Конечно, как без. Слушайте, вот вы молодец. Вот всем челябинцам того же. Хорошо-то как. Солнце, море, пальмы. Где-то. А у нас в Челябинске -2 и пасмурно. Но вы не расстраивайтесь. Если вдруг впали в зимнюю хандру, то приходите к нам, пообщаемся на позитиве, на хорошем настроении.